Второй, сука, мне зацепило. Нет, самолет. Все будет хорошо, Максим. Ты именно. Да блин! Макс, ты просто эти путики чуть-чуть. Я проехал, да подожди! Не вылетелся ты, я! Всем привет, ребята, на канале Игробар. Сегодня мы проходим новый ролик. Совместная карта от меня и Борщика. Со мной сегодня в голосочке сам Борщик, Акуленок, Джойка, Андрюха, Самурайчик, Шереметьев и Вирус. Всем привет, ребята. Ку-ку. Привет, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Получается, помянем. Получается, вообще изи карта. Ух ты, я проехала. А я нет. По крышке. Страшно. Вообще, авторы козлы этой карты полные, кто эту карту придумал. Полностью поддерживаю. Ты уже это заранее прям сказал? Да, да, да. Ага. Просто что, что какой-то игробар автор непонятное мудило, что Борщик какой-то. Валера, то, что игробар мудило, это да. Так, ты представляешь, я 360 не могу сделать. Что вы там написали? Или первый человек? Все, жду. Давай, сейчас я буду. Ну, это не точно. Наконец-то сделал я 360. Сейчас не развернешься. Сейчас упадешь, Максим, смотри. Упал, да. Я просто не стал говорить, потому что ты бы все равно упал. Тогда. Как ты предназначен такой маленькой? Заганник заворачиваешься, по сути, все. Заганник заворачиваешься. Да что у меня с 360 сегодня не так, а? Это ты все меняешь. Я, да. Я хороший. А там еще идеальные флипы. Но. Да. Как красиво все в горе встретились. Все в одно место открыли, там идеально. А хорошо, хорошо, камера, спасибо, камера. Я развернулся, но из-за камеры я упал. Потому что я пока повернулся увидеть, куда я еду. Оглянулась ли ты? Да-да-да, именно так. Ну это что, ты едешь? Да что-то все, это Габелла. Самое ужасное мое прохождение. Смотрите, что я делаю? Ну, это ужас. Что ты делаешь? Скажи. Научите разворачиваться. Хер я делаю. Это в бок, потом еще раз в бок и задом. Так, понятно, прям спасибо большое. Не за что. А кто там влетает вверх вот это на 360? Расскажите, пожалуйста. Угадай. Кто это? Это я. Что это за покемон? Я впервые поехал, господи. Осталось скрипнуться. Ну, давай, Яна, давай. Я знаю, первый есть. Второй, сука, меня зацепило! Зацепило меня. Какая там А тебя зацепила? Да! Буду как Шера, блин, выпрыгивать. Не надо, нет. Правильно, Максим, правильно. Я даже не буду закрывать это, блять. Капец, да ну как это объяснить вообще? Че это? Ого. Что это? Как это? Почему это? Почему? Это невероятно, но факт. Это человек? Нет, самолет. Камера просто сумасшедшая, так. Вот, а теперь получилось. Да сделай ты идеальный флип, ты тварюка! Сколько? 8 минут уже, да? Да. 8 минут на первом чеке, который я думал, я пройду с первого раза. Ну, там, ну ладно, не с первого, там, ну, второго, третьего раза. Я так тоже думал, Макс. Карл, 8 минут на самом изичном чеке. А, это самый изичный? Ну, не совсем. Все. Ну давай, идеальные флипчики. Пожалуйста. Первый пошел. Ну. Держись. Ой, холоп едет, смотрите. В конце не забудь про
Я помню, я помню. Молодец. Хух! Хух! Прошел! Погнали! Вирус, это куда? А я туда же! Я к тебе! Два дебила, это сила. Да что это такое? Как это проехать? Я на полной скорости. Зачем на полной скорости? А, не знаю. Во, вот теперь проехал. Да ты поехать можешь, алло? Надо? Ай, послушали Артасера, убрали буст. Тася. Мы там не были бы лишним. Господи, даже ему досталось, хотя его тут нет. Шера, как у тебя дела на первом чеке? О, знаете, такая занимательная история, о которой я пока воздержусь. Не, ну раз занимательно, то ты расскажи. Да-да-да, типа. Я думаю, все будет интересно. Ну, то есть, смотрите, я вот такой вот еду. Еду. Падаю. А, и все? Да, это все занимательная история. Так, а самурай, ладно. А у меня все так же. Тоже занимательная история? Угу. Блин. В один сценарий играем. Попробовать сверху. Акула, ну чё как? Ну, понимаешь? Тоже занимательная история? Нет, это женщина, у нее не занимательная история, у нее невероятнейший блокбастер получится. Нет, мне кажется, не получится, походу. Сверху попроще. Я почти развернулась. Первый раз за 17 минут. Красота. Там еще флип будет что-то немножко иначе, чем... Там два флипа, говори честно. Ну, флипы, я сказал. О, кто это проехал? Это я. Вирус, ты что, офигел? В смысле? А я не флипну здесь, я уже тупо вилая чума. Ну, флипнись! Много ли, мало ли, долго ли, близко ли? Да. Все будет хорошо, Максим. Это именно. Да. Ладно, не будет, извини. Упасть, блин, только при заезде, ну. Вот тут самый сложный чек получается. Я не знаю вообще, как карты свои оценивать, что представили? Это для каждого разный, типа, ну, такое. Мне сейчас скажет чек сложный. Так, дальше вижу там какие суки-дрюки. Флипнулся. А в трубе разворот, да, получается? Нет. Флипнулся. Чек есть. А, из трубы флип. Ну вот, Максим, видишь? Надо было только всего лишь, чтобы посидеть и... Успокоиться. Дальше ехаем? Да, ехаем дальше. Это получается флип из трубы, да? Или нет, чё? Это выезд просто. Это все намного легче. Ай, ты чё занеслась, Валерка? Валерка? Самурай. Самурай. Самурай умер. Кис. Самурай. Ты еще раз повтори, может, он не слышал просто. Самурайчик. Самурай. Самурайчик, дайте. Ой, блядь, какие... Уии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 иii Не всегда он у меня получается просто. Он, не, он прикольный, просто он у меня не всегда получается. Там, в принципе, да, достаточно перекладочку сделать, и он проходится. Ой, ты мне еще будешь рассказывать, как клип проходить. Следующий чек просто... Это вершина творения. А-а-а.
Вершина ты творения. Да, и раз ты сидел на первых двух человеках, так вот сейчас ты. Ну, красиво вот эти дырочки. Тутен. Тутен? Сейчас еще тутен. Один. Это хамон? На, вот я тут. На, уже все. Ну, давайте. Ай-яй. Самурай. О! А, прикольно. Слушай, самурай. Я думал, чуть побольше места просто. Нет. Самурай. Сейчас будет весело. Как дела? Тайминг! Люблю тоненький. Ну, этот человек специально не длинный, чтобы, ну, такое. Ой, вот. Как я проскочил прям, ой, в закрытие. О-о-о. Ух, как я проехал красиво. Не, ну прутики, я же говорю, прутики это мое, все. Я тут эти прутики буду 3 часа проходить. Я... У меня совесть есть. Mm-hmm. Ты уверен, что она у тебя есть? Макс, ты просто эти прутики чуть-чуть... Я проехал, да подожди! Мне вылетел с этой я! С этой тонкой! Максим, дыши, все хорошо! Просто я вот эти прутики, как бы их надо просто чуть-чуть ниже, то есть по нижней грани тонко проходить, и тогда проскакиваешь. Для меня это сложно, нижняя грань тонкая, бояться упасть. Не, бояться упасть. Страшно. Типа, ну ничего сложного, просто... Тут подсбросил, там подгазовал. Максим, ты что, поехал? Угу. Ты что, вагон проехал? Угу. А, флипнулся, смотри. О, Максим, видал? Видал, какой я мощный, а? А у меня она просто занеслась, потому что я боком еду. Это честно. Ой, а что тут-то? А, это... Что, все? Все, да. А где сложность? Ален, спасибо, что не поставил тут буст. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Просто настоящее спасибо. Просто. Прям настоящее? Прямо от просто, сердца? Просто отрываю прям кусочек. А я смотрю, там еще человек, да? Кусочек чего ты отрываешь, прошу прощения? Самурай из себя, конечно же. Что, да, там, может, наверх, сбоку приезжаешь, может. О, прошел. Еее, пройдено! А что наверх, борщ? Что ты там налепил? Я забыл вагоны! А я специально молчал. Он говорит, пройдено, я такой, ну давай, проходи. А зачем вот это вот пить? Это чтобы просто смотреть, чтобы поближе проехать, посмотреть, кто там проходит, что проходит, куда проходит. А в трубе, по что разводут? А по крышке, да. Да. Да, именно, да. Я хочу сказать, что вагоны лишние тут. Так, ты начинай. Да, я знаю, ты знаешь, почему я их ставил, когда тебя не было. Там прутики лишние, тут вагоны лишние. Максим, карты лишние. Самые херовые элементы на этой карте это я ставил тогда, когда Максима не было. Вообще, Максим, меня Максим обманул. Он сказал, что пройдем за полчаса. Максим, ты упал? Да упал. Я опять в вагон не въехал. Ну, мне сложно под... Мне плохо видно, я не вижу, как мне заезжать, по какой диагонали. Мне вообще страшно, я еще вагоны как бы не видел. Где они? Они посередине, ничего сложного, там просто по прямой. То есть борщ еще не стал заниматься извращением, типа вверх-вниз вагоны прокатиться. Зная то, как он любит эти вагоны. Ой, вагоны, это просто шедевр творения. Чего, Коть? Там проходить собираетесь? Да я уже трижды, я уже 5 раз прошел и вагон... Вирус, Шеда, как у вас там дела? Вирус питается или летает? Ну, в принципе, я тем же самым, чем и вирус занимаюсь. Политуны? Я вас буду обвинять с Артёмом потом. Это он сказал убрать там эти бустеры, вот, пускай. Максимка пришел!
Да! Я смог! Ура! Теперь я тут один скучать буду. Не, я хочу посмотреть там, заехать, показать ребятам. А ты не сюда едешь, дубина. Выйдешь с другой стороны и проедешь вокруг. Я думал, там можно проехать. Сам ты бита. Ты слишком много думаешь, Максим. Поэтому у тебя ничего не получается. Надо, это полезно. Мне доктор прописал много думать. Так, финиширую. Все, ребятки, спасибо, кто смотрел ролик. Я что-то бомбил. Это самое мое ужасное прохождение карты. Еще и своей общей сборщиком. Ну, короче, помянем. Всем спасибо. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Спасибо ребятам, кто был в голосе. Подписывайтесь в описании. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Пока-пока, ребят. Чао. Пока-пока. Всем пока-пока. До свидания.